Привет! Привет! Что такое любовь? Это отношения... Между кем? Между мужем и женой, когда они любят друг друга. Как можно проявлять любовь? Помогать друг другу, не сердиться на один на одного. Это и есть любовь? Да. Давай. Боишься камеры? Нет. А микрофона? Нет. Тогда вопрос к тебе. Что такое любовь? Любовь — это цель. Любовь означает, что перед мужем и женой, например, когда обнимаешься, например, когда тёмаешься. Счастье — это, например, когда ты что-то прикольное побачил, и ты посмехаешься, когда ты нашел в себе жену. Для тебя тоже счастье найти жену? Да. Помочь? Сама найдется? Да.